Называется он у нас палисадник, да? Ну да, это бренд Московской области. Все такие палисадник. Рассказывайте, что у нас получилось? Палисадик – это первый в Одинцовском округе мини-детский сад с таким названием. Недавно он распахнул свои двери по адресу улица Северная, 36, и уже готов принимать дошколят от 1,5 до 7 лет. Конкретно здесь, на улице Северной, сегодня действительно первый день. Это получился почти полноценный садик на 7 групп. 280 детишек сюда смогут прийти. Сейчас мы уже видим детей, которые первые прошли медкомиссии и, собственно, попали уже в надежные руки наших педагогов. Здесь все как в традиционном саду, только здание не отдельное, а первый этаж жилого дома. Родителям не придется далеко ездить, говорит заведующая детским садом. Детский сад работает в режиме с 7 до 7 вечера. Полноценный детский сад, как обычно. Режим дня сохранен, и питание пятиразовое, и сон. В общем, все как в обычном детском саду. Только единственные прогулочные площадки у нас не огороженная территория, а мы гуляем во дворе дома. В палисадике есть спальни, буфет и игровые зоны, спортивные и музыкальные залы, медицинский блок, раздевалки. В группах созданы комфортные условия для занятий, чтения и активных игр. Мы рисуем, занимаемся аппликацией, раскрашиваем, читаем книги, занимаемся развитием речи и развитием математических способностей. После майских праздников в округе откроют еще 5 мини-садов. Такой формат учреждений внедрен по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, чтобы уменьшить очередность дошкольные образовательные учреждения, поясняет глава муниципалитета. 615 детей смогут ежедневно посещать детский сад. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».